Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Самухской районной центральной больницы. Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в больнице. Было отмечено, что строительство Самухской районной центральной больницы началось в 2019 году. Строительные работы были завершены в августе этого года. В трехэтажном здании медицинского учреждения созданы необходимые условия для оказания медицинских услуг населению на уровне самых современных требований.